Когда была молодая, с улыбкой вспоминает Людмила Теринова, очень стеснялась танцевать. Решилась только на выпускном в институте. А вот сегодня, несмотря на годы, ноги сами идут в пляс. Пенсионерка старается не пропускать ни одного праздника. Когда танцуешь, полное раскрепощение и отдых. Если любая усталость, физическая, умственная, самое, что может тебя вот как бы вытряхнуть из этого, это включить музыку и танцевать. Все, что придется. Для гостей серебряного возраста организаторы Дома ветеранов подготовили разнообразную программу. Главным подарком стало выступление военного оркестра самарских росгвардейцев. И я думаю, что все получат незабываемое впечатление, потому что оркестр придаст особую торжественность празднику и подарит ветеранам, конечно же, хорошее настроение. В Самаре балы для ветеранов уже стали традицией и проходят дважды в год – осенью и весной. Никита Борисов, Константин Головин. События.